Ребята, всем привет! Мы собираемся на улочку чуть-чуть погулять. Андрюша сегодня не ходил в школу. Расскажи, почему ты не ходил в школу? Потому что я себе разбил губу. Вчера? Как это получилось? Давайте покажу вам, как все начиналось. О, как разбил, видите? Ага. Андрюшка, иди сюда. Я не буду там снимать, потому что вы там навели бардак. Так получилось, что Андрюша подскользнулся и упал на ламинате. Вот так. На ламинате. И упал лицом прям в ламинат. Зачем этот шнурок на поясе? Еще, Юль, ты знаешь, как это называется? Как? Лицом в грязь. Упал, да? Угу. Мы собираемся на улицу. Сейчас купим какой-то кусок мяса в АТБ, наверное, да? Угу. Я надеюсь, не замерзнем. У нас плюс 17. Я заплетала колосок, заплетала, и в итоге какая-то все равно растрепанная осталась. Сейчас немного подлачу, наверное. Или не буду. Ой, надо пакет взять обязательно, а то постоянно покупаю в АТБ. Уже дома этих пакетов миллион. Стиралка стирает. Мы тут на окне сегодня занимались, Андрюшкой заливали фигурки цементом. Те, которые Жасминка нам прислала, вот они застывают. Снимаем детское видео и будем разрисовывать их на выходных. Класс. Так, берем пакет. Берем пакет, не показываем бардак. Я уже планирую убирать, когда Нику спать уложу. Ну все, мы закупили свои ГТшки с тобой, да? Целый пакетище. Кто там? Кто там? Яма. Никого нет. Никого. У нас целый пакет. Лампочка, носки Андрюшки увидела, картошку и этот фарш. И все. Шоколадка, ладно, признаюсь. Что это за птичка такая? Красивая такая, да? Выбегает от тебя. Стой, 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 стой. Убегает от тебя. Все улетели, давай руку. Нема уже, все, улетела. Няха, даешь маме? Спасибо. Какой у нас тут дуб красивый. Осенний. Желто-красно-зеленый, да? Никуля? Добрый день. Ребята, мы нашему другу купили корм. Ты будешь? Ты будешь? Привет! Ты нас рад видеть или корм? Котяшка. Так, куда мы ему положим? Давай, иди сюда. Иди сюда. Давай сюда, в уголочек. На. Ну ты мой хороший, такой золотой голодный котик. Да, я на листики положу. А ты? Я боюсь. Да. Пойдет. Давай. Кушай, кушай, кушай. Вкусно. Погладь его, пока он кушает. Погладь. Класс. Классный котик, да? Классный котик, да? Кушай, кушай. Там больше ничего нету, Ника, для котика. Я уже вся влезла в корм. Нет, он такой не ест, Ника. Котик не ест такое. Не ест, не ест. Не давай. Все. Все, видишь? Нет, маме лучше. Куда, куда? Ника. Все, 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 все. Котики не едят такой. Нет, фу. На. Ой, как тебе вкусно, друг. Как тебе вкусно. Ой, молодец.
погладь, погладь, не бойся. Погладь, погладь. Иди, погладь, не бойся. Ну, что тебе страшно? Ну, он ведь тебя не кусает. Погладь его вот так. Погладь. Ну, погладь его. Ну, давай. Ну, Молодец, ты решилась, да? На. Это же с листиками. Понравилась курицей. Садись. Мы тут Веронике купили стул. Ника раскрутила маму, да? И там что-то еще купили. Ты сейчас просыпаешь. Держи. В ротик, давай, в ротик. Ой. Вкусно. Ну все, ты наелся? Ты наелся, котяшка? Хороший? Погладь. Хочешь погладить? Погладь. Да не бойся, он не кусает. Не кусается. Гладь давай. Иди погладь. Он сейчас хороший, он наелся. Не страшно ли, Цесси? Ну вообще не страшно. Что ты ему говоришь? Кушай, кушай. Да? Кушай, кушай. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Ты наелся, барбосик? Лохматый такой, барбосик. Такой лохматый такой. Еще себе ищешь, да, что поесть? А нету больше. Нету больше. Все? Начинает вокруг меня лазить, благодарить меня. Никулька, у тебя ручки грязные. Давай. Все, киса нас поблагодарила и пошли. И пошли. Мы еще придем тебя покормим. Еще. Да он не ест такое. А Ника все шоколадными губочками кормит. Еще одна киса пришла. А мы уже все съели, киса. Уже ничего нет. О, боже мой, не такие за тебя боится еще больше, Ника. Угу. Ника мяу и Ника мяу. Ой, киса мяу и Ника мяу. Нет уже, все съели, кисонька. Съели все. Да? Все, пошли давай. Не трогай твой стул. Идут мои красавчики. Куда это вы ходили? Вероничка тебя ищет, хочет с тобой гулять. Да что ты, скажи мне, на коленях стоишь в песке постоянно? Не знаю. Ты знаешь, что там в песке всякие вредности? Блохи там, глисты. Это все впитывается в твои штаны. А потом в меня. Потом в тебя. А дай мне еще одного чувака. Короче, сидит мама с пакетом, тут выдает. У всех руки грязные. На. Надо идти домой уже. Они ни в какую. На улице тепло. Классно. А Максим на рисование ходил, да? Вероника, а ты куда? Ой, кота увидела. Все, Андрюх, иди за ней, а то полетит туда точно. Ника любительница котов.
Это мне подарили цветочек, листочек. Ты сделал лук? Покажи. Андрюша, беги за Ника, она сейчас за котом полетит. Андрюша хотел нам лук показать, а тут Ника сорвалась. Ника вообще просто котолюбка. Боже мой, какая красота. Короче, ребят, зашла я сегодня в нашу копеечку, ну это фикс прайс у вас в России, у нас копеечка. Сегодня там скидки 70% на третью единицу. В общем, мы с Никой купили две пары наушников. О боги, и вот такой стул. Ника этот стул взяла и просто с ним вышла из магазина. Это был последний стул, цена его вот 90 гривен написано. Я просто не могла его не купить, она его так хотела. В общем, теперь стул наш. Он такой, ну, для Никиного веса как раз хорошо. Наушники, те, которые я брала, полетели. Стоят всего 40 гривен. Классные. И уже с стереосистемой. И взяла Ники, либо Андрюшки. Буквально получились, Ника ходит без памперса, получились 12 гривен. То есть это вообще супер-пупер наушники. Посмотрим, как они будут работать. У меня на кухне там тушится тефтелька. Юлька тефтелька тушит тефтельки. Я так устала, ребята, я просто сил не нахожу. Я сейчас протру вот там столешню просто и лягу спать, потому что мы что-то и находились, и гипсовые на детский канал делали фигурки. И как-то, знаете, это все так выматывает. И трансляцию провела, и на кухне бардак разобрала. И Ника. Купили еще носочки вот такие вот, Андрюшки. 19 гривен ВТБ. Дорого, но это классные юные носочки, они не кошладятся. Никуль, только ты не сядь, пожалуйста, хорошо? Куда ты мостишь свою попку? Вот. Что-то мы там еще по продуктам купили ВТБ. Мы купили картошечку, купили фарш на тефтельке. Гречечка у меня была. В общем, устала я просто, сил нет. Сейчас покажу вам тефтельки и просто закрою глаза и тут же усну. А усну с наушничками в ушах, включу себе шум поезда. Я кайфую под шум поезда засыпать. И закрою глаза, и мне прям кажется, что я еду в поезде куда-то. Димы еще нету, Дима работает. Я просто не знаю, как он вытягивает это. Вот честно, работать настолько много, уехать из дома в 8 утра и отработать на главной работе, потом отучиться с 6 до 9 в академии, и потом с 9 там, до 12, вот, чтобы заработать денег. Но я знаю, что этот период временный, я поддерживаю Диму, и я думаю, что очень скоро мы встанем на ноги, и Дима станет зарабатывать свои профессии и деньги. И сейчас ему опять повысили зарплату, в следующем месяце он уже получит больше. Вы знаете, очень важно ценить то, что для вас делает другой человек. Я очень ценю то, что Дима делает для нашей семьи. Я понимаю, что я волындаюсь, по сути, не зарабатываю денег, я к этому не привыкла, я привыкла много очень работать и зарабатывать. Что ты ищешь? Кого нету? Нема? Андрюшки нема? Спит Андрюшка уже, устал. Андрюшка вчера упал, разбил губы, остался дома, я не помню, рассказывали ли мы. Вот, поэтому я очень это ценю, я даже хочу сказать это себе на памятное видео, чтобы потом пересмотреть. И пройдет время, и все будет по-другому. Николя пойдет в садик, я буду опять работать. Я думаю, что я вернусь в свой мини-бизнес. Это позволит мне и за Никой присматривать, когда она приболеет, знаете, там больничные и все такое. В общем, ребята,
жизнь все равно прекрасна и удивительна. Идем смотреть мои тефтельки и будем спать. А знаете, что она показывала Нема? Она писать хотела, а горшочка не было в туалете. А наша Никуля начала ходить на горшочек. Она сама писает и выливает в унитаз все, что написала. Вот такие вот у нас подробности. Поэтому всему свое время, не надо подгонять своих детей, сидеть возле горшка. Все, все придет. Ребята, у меня ЧП. У меня, короче, тефтельки, вот мои тефтельки, стали одной большой тефтелькой. Почему? Я их жарила все отдельно, если можно было вот так сделать. Все. У меня хорошо получается, только пюре.